15 октября, суббота, 2022 год, Ясенковская пасека, где-то в Воронежской области, как говорит Сергей Сусеков. Вот, ну, привет ему, да и всем, кто меня смотрит, кто знает, показываю трутней. Бывают бублики, ну, в некоторых там бывает, по одному-два еще не выгнали. Не в изоляторе. Здесь с изолятором матка живая, все нормально. Но трутни. Вот они полетели. Вот они, вот они, вот он. Вот он, живчик. Вот он. Ну, пчелы пытаются, наверное, гонять, хотя их очень много тут. Летают, облетываются, ползают. Наверное, слышно. Крупные и средние. Ну, в основном крупные. О. Вот такие вот тут у нас ситуации. Сегодня у нас был заморозок. Сейчас покажу. Идет облет, не знаю сколько температура, ну, посмотрим. Солнышко вышло, был заморозок ночью небольшой, наверное, до ноля, может минус один, кратковременный. Повозки все сразу отреагировали, листья у них померзли, так что полу не видно. Вот катальпы стоят, ничего, а повозки так вот отреагировали. Сейчас покажу больших. Большие. Вот все листья вот так вот пожухли, поникли. Вот как бы так вот. Вот такие вот, как тряпки мокрые стали. Вот так вот перчины стоят, еще поздний перец. Тоже листья пожурились. Ну, клубники ничего. Табак тоже. Вот табак видно. Коричневый стал сразу листья. Но не весь. Вот. Повозки все пониклись. Так, переживал я за бобовник. Бобовник еще держится. Один я выкопал. Посадил 10-литровое ведро. Вот, пересадил так. Чуть поменьше, который вон там он у меня был. Вот. У меня их всего два осталось. Вот, как бы так. Что у нас? Ну, повозки, понятное дело, поникли. Листочки. Вот они. Так. Иводия Даниэля как себя ведет? Иводия немножко. Листочки, скажем так, подзакрутились, но еще держатся. Немножко пожелтели они. Вот как бы так. Облет, облет идет. Но те, которые на северную сторону, у меня два улика осталось. На северную сторону сейчас покажу. Те плоховатенько, конечно. Эти все у нас, о, трутни летают, гудят. Так, вчера поставил 145-е магазины под 12 рамочники. Ну и под, там где у меня 10 рамочники тоже поставил, где низкое дно. О, здесь вот увеличенное дно, здесь нормально все будет. Здесь вот у меня тоже самодельные увеличенные, вот с этой стороны. Летают, скажем так. Ну, плоховатенько. Ну, плоховатенько. Мам пересаживает герань. О, какая герань. Тут, наверное, под 2 метра выросла. Да, пересаживает, подготавливает к зимовке дома.
Вот. Герань росла в саду, в палисаднике, точнее, на улице. Перед домом. Ну, палисадники. Фацелька тоже продолжает цвести. Пчелки некоторые. Это самое. Летают. Сейчас пойдем температуру посмотрим. Вон облет идет. Молодничок выходит. Облетывается. Вот как бы так. Сюда поставил тоже. Десятирамочник. Здесь у меня получилось как. Нестандартная конструкция улья. Точнее днище. И здесь вот нижнего литка получается нету. Я им открыл как бы вот это отверстие. А здесь в днище лобзиком выпилил вот так вот, ну квадрат может 10 на 6, 10 на 5. И сеточку поставил, чтобы была вентиляция, потому что здесь колодцы будут. Вот. Они и есть, колодцы уже сделаны. Еще холстик я не менял, не ставил. Вот. Ну, поменяю на днях. Как-то так вот. Перед заносом. Так, сколько у нас температура? Сейчас посмотрим. Ну, температура вот на солнышке. Солнышко немножко пригревает. Здесь 15 градусов. Да, 15 градусов. В тени 10 градусов. Ну вот как-то так. Вот такое состояние. Сейчас покажу. Вот первые три у меня идут. Это у меня без изолятора здесь. Здесь объединенное. Вот четвертый с изолятором. Сейчас можно посмотреть, что там внутри. Матка изолирована у меня была 8 рамок расплода, когда я ставил это 10 августа. Вот. Вот такая вот картина. Здесь у меня заставная, здесь заставная. С фольгой и золом стоят обычные. Не пенопластовые никакие. Здесь колодцы у меня. Сделано 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 7 рамках. Сейчас попробуем посмотреть, что там внутри. Ох. Не погрызли бы без маски просто так. Ну вот, скажем так, состояние пчелок. Можно еще на рамочку даже поджать. Скорее всего, сейчас я это сделаю. Сейчас, может быть, это и сделаю даже. Вот такая вот картинка. Вот такие рамочки. Такие рамочки. Тут все залито. Видно, что блестят. Ну, тут она крайняя как бы. Вот. Это уже гнездо у меня. Вот. Сидят они. Посмотрел. Все нормально. Матка живая в изоляторе. Снимать не стал. Вот, пчелы там много. Ну, сам я видел. Мне этого достаточно. Вот как бы так вот. Вот такая картинка. Объединенная семейка. Скажем так, не билась, не рядилась. Все нормально объединилось. Сейчас посмотрим тоже ее. Так, на 8 рамочках они сидят. Вот так вот видно, наверное. Вот такая семейка. С одной стороны заставной нету. А с другой стороны заставная. Вот, все тут в порядке. Ну вот так вот. Как-то так. Всем всего хорошего. Удачи. Да. Следующей встречи. С вами был Андрей, Кисенковская пасека.